Добрый вечер. Московский международный автосалон состоится только через год, в 2014, в августе, ну там с переходом на сентябрь. А дважды автомобильный, соответственно, АвтоВАЗ и его друг Рено впали в истерику уже сейчас. Ну, причем истерика, переходящая в порывы обморока. Им настолько дорого, им настолько неприглядно на этом автосалоне в Крокус Экспо, что уже сейчас они пытаются как-то, с одной стороны, оказать давление на администрацию, с другой стороны, обозначить причину, по которой они не будут выставляться в будущем году. С точки зрения обывателя, мне кажется, что это говорит о зачатках совести у двух довольно хамских по отношению к клиентам фирм, и совесть им диктует то самое нехарактерное чувство стыда, когда, ну, неприлично показываться на глаза людям. Все-таки могут отрецензировать работу. И вот для того, чтобы этого не произошло, нужно сейчас уже найти какую-то причину, по которой не заявляться на главный публичный автомобильный смотр нашей страны. Небольшая предыстория не столько взаимоотношений АвтоВАЗа и Крокус Экспо, сколько в целом того, как мы выходили на международный уровень этой выставки. У нас первый автосалон прошел в 92 году. Он состоялся на ВДНХ. Причем интересно то, что вот мы к этому 92 году подошли таким невероятным совершенно эмоциональным прорывом. У нас 91 год был рубежом, водоразделом. До 91 года, до конца 91 года в нашей стране были запрещены какие бы то ни были иномарки. Ну, они были запрещены просто таможней. Она была настолько несусветная, что сюда, чтобы то ни было ввести, могли только по очень специальным государственным разрешениям. Ну, знаете, Мерседес иногда что-нибудь там привозил. Была фантастическая совершенно история, откуда у Андрея Андреевича Громыко появился Мерседес С-класса. Как-нибудь при случае ее расскажу. Но в целом людям было недоступно, потом изменились таможенные правила, и 92-й мы встретили в состоянии совершенно невиданной доступности автомобильного мира. И хотя эта доступность была секонд-хендовская, автосалоны открывались в магазинах ткани, они открывались в бывших булочных, в каких-то бывших детских садах, тем не менее, вот она, родная советская очередь на «Жигули», совершенно не сдвигаемая с места десятилетиями. И иномарки, мы об этих иномарках мечтали, мы даже, в принципе, не знали, как они выглядят. У нас была легенда, что иномарки не ломаются. На нас смотрели, конечно, с изумлением, и иногда даже говорили: ребята, обратите внимание, у него довольно большой пробег. Мы говорили: ребята, что вы нас учите? Вы иностранцы, разве вы что-нибудь понимаете в иномарках? Мы же знаем, что Volvo — это вечная машина, что Mercedes с пробегом в 500 000 — это шикарная ласточка, она еще полетает. И вот в этом состоянии такого ажиотажа и предвкушения доступности автомобильной жизни, хотя, конечно, по тем нашим доходам о доступности речи не было, но форточка-то приоткрылась. Мы за один год, за 92-й, провели целых три автосалона. В истории остался один, самый главный, на ВДНХ, который назывался Moscow International Motor Show, MIMS. Но у нас еще была выставка «Автоиндустрия» в экспоцентре, и у нас был еще автосалон в Сокольниках. Он назывался просто «Автосалон 92». И вот эти вот три выставки, подъем, и, конечно, ВДНХ, это была шикарная площадка, главная выставочная, всерьез готовая к подобной деятельности площадка, при том, что автосалон был с размахом, ну, наш, конечно, размах. Но для нас-то это было все по-честному. Мы-то увидели иной совершенно мир. Причем была открытая экспозиция на улице. Была закрытая, ну, не закрытая в смысле от дождя, экспозиция в павильоне. Практически не было тогда еще представительств. То есть уже был Мерседес. Но Мерседес у нас с 72 года в стране живет. Был Фиат в непонятно каком статусе. Было много только что пришедших. И была очень весомая часть экспозиции частных лиц и иностранных дилеров. Вот, например, машина Porsche 911, стоявшая на стенде, ее привез очень расторопный финн. Для финнов это не характерно, но он был дилером марки в Финляндии, и он пытался более-менее как-то открыть наш рынок. К нам приехал Citroën тогда. Они привезли концепт-кар. Признак международности и признак уровня салона определяется в том числе наличием концептов. И нам привезли концепт, а мы не знали, что такое концепт. А вот он стоял, это был Citroën Activa. И рядом с Citroën была блистательная совершенно женщина, норвежка Гро Хок. Ее все принимали за руководителя департамента пиара, а на самом деле она была просто пиар-менеджером. Но вот по ней было понятно, что такое пиар, как она работала. Была очень хорошая экспозиция у Форда. В целом салон состоялся.
И вот эта площадка ВДНХ, она как-то более-менее определилась как стабильная явление с определенной ритмичностью, готовы принимать международный автосалон. Но идея, любая идея в нашей стране, если она попадала в то время, она тут же должна была обрести какого-то хозяина, патронат и заинтересованных лиц. Моментально эта идея обросла желающими поучаствовать, ее начали рвать в разные стороны. Развиться идеи на этой площадке не получилось, скандалы состоялись, выставка просуществовала несколько лет в статусе Moscow International Motor Show именно на площадке ВДНХ, потом она стала аккуратно перетягиваться в качестве куска оторванного одеяла в экспоцентр на Красную Пресню, дележка была очень некрасивая, очень неприглядная, бандиты всех мастей, они же бизнесмены, знак равенства между ними тогда стоял убедительный, рвались и грызли друг друга, и автосалон, не успев превратиться в великолепное настоящее зрелище, получил сразу кучу родовых травм, тем более, когда он был в экспоцентре, а тем более, когда на излете, вот уже перешагнув рубеж века 21-го, в организаторы попал ASM Holding. А ASM Holding — это новое название Минавтопрома СССР. Это такая бестолковая контора. ASM Holding, он, в принципе, вот все, за что брался, все похоронил. У него, ну, как на автовазе, руки не с того места растут. Притом, есть классные специалисты. Вот по отдельности, это парадокс нашей страны. С человеком говоришь, понимаешь, специалист. Знает, умеет, может. Вместе они собрались, либо ASM Holding, либо автоваз получается. И когда уже был последний год, однозначно последний год, 2004, по-моему, 2004 год был. 2003 год был последний МИМС, он проходил в экспоцентре на Красной Пресне, стоимость аренды одного метра была $325, это совершенно чудовищная цена, а потом эстафетную палочку принял Крокус Экспо. Вот в тот момент уже все-таки наш национальный позор достиг такого уровня, когда было совершенно однозначно ясно, что нужно что-то с этим делать, и как хорошо, что на деньги бывшей союзной республики нашлись смельчаки, построившие Крокус Экспо. Крокус Экспо — это совершенно с другого края танцевального поля организованное мероприятие. То есть этот танец сплясали как надо. И Крокус Экспо — выставочный павильон совершенно другого уровня и по техническому оснащению, и по сути, и что самое интересное, по политике. И когда в 2006 году автосалон переехал в Крокус, там, стоимость аренды одного метра стоила, ну сравните, $325 в экспоцентре и $165 здесь. Пустячок, а приятно. И в тот момент произошел окончательный раздел. МИМС, который Moscow International Motor Show, он превратился в запчастевую выставку, такую местечковую, с легким вкраплением присутствия разных дилеров, и отпочковался на площадку Красной Пресни. А московский международный автосалон ММАС, он стал теперь уже проводиться постоянно, причем под международной эгидой, в Крокусе. И, конечно, от этого очень сильно выиграл. Мы, наконец-то, начали проводить уже салоны по полной программе. Как полагается, вот в Женеве есть ПАЛ Экспо, специально для этого предназначен, у нас есть Крокус Экспо. Это где-то даже было сопоставимо. И выставка расцветала, естественно, росли арендные платежи. Потом они перешли на евро. В 2008 году уже было 150 евро. В 2010 году кризис 75 евро. Потом вернулись на ставку 150. И вот сейчас, когда обсуждаются стоимости аренды одного квадратного метра площади на 2014 год, ставка 185 евро. И вот тут начался поросячий визг АвтоВАЗа и Рено. При том, что, судя по цитатам, которые позволяют себе другие издания, визг идет очень странно, из серии «выставка себя не оправдывает, мы берем и так большие площади, не можем на это заработать». Из этого следует, что люди, занимающиеся подобной деятельностью, по крайней мере, со стороны арендаторов, то есть АвтоВАЗа и Рено, они просто не профессионалы. Потому что выставка, она как раз и не имеет никаких прямых коммерческих последствий. На выставку люди не приходят покупать машины. И на выставку люди даже не приходят, как это ни парадоксально, заключать контракты. То есть обсудить контракты, выпить на халяву коньяк, поесть икры, да, вот за этим они туда приходят. А сказать о том, что напрямую после выставки, какая бы то ни была фирма, неважно, это Mercedes, Rolls-Royce или дважды краснознаменный АвтоВАЗ, но они имеют четкие совершенно коммерческие последствия. Нет, ребята, этого нет. Но, по крайней мере, АвтоВАЗ тут же сказал, все, а вот это нам по-настоящему дорого. В чем пикантность этой ситуации? В том, что хамский АвтоВАЗ и такой же хамский Рено,
Рено тот самый, который, например, доставляя клиенту автомобиль из Москвы в Москву, с автофрамоса на соседнюю улицу, берет с него еще порядка 6 тысяч рублей за доставку, за почтовые расходы. Вот такой вот маленькая такая мерзость, такое стремление подзаработать лишнюю копеечку. И вот эти конторы, которые постоянно поднимают цены, я не помню, чтобы АвтоВАЗ снижал цены. Я не помню, чтобы Рено снижал цены, хотя, возможно, это было. На моем веку не было. И вот они оказались наконец-то в той ситуации, в которой всегда оказывается их потребитель, когда они-то привыкли, что они всегда выкручивают руки. А тут раз и выкрутили им. Они очень сильно обиделись. Перерыв на новости, потом продолжим. Продолжаю разговор о том, как выставка еще не началась, а АвтоВАЗ и Рено по поводу ММАСЭ 2014 года уже бьются в истерике. То есть оба завода привыкли играть в одни ворота. Цены на свой товар они поднимают раз в год, иногда чаще. А теперь они оказались в непривычной ситуации. Цену подняли им, причем незначительно. Но если бы рынок был на подъеме, можно было бы привычно выбить покрытие издержек из покупателя. А тут даже содрать-то не с кого. Конечно, выставка от отсутствия Рено и ВАЗа не потеряет в принципе ничего. Отряд не заметит потери бойца. Хотя само по себе вот неучастие этих фирм на главном автомобильном событии года будет выглядеть очень показательно. То есть будет понятно, что ни сил, ни денег, ни отваги появляться перед людьми на глаза у них просто уже нет. И вот пока эти двое пьют валидол и ищут какие-то в порыве собственной жадности оправдания собственному поведению и ищут варианты отступления, Крокус Экспо предложил уже сейчас заключать договора на 2014 год. Причем без оплаты. То есть, пожалуйста, платите потом, просто давайте сейчас определимся. И тоже очень интересная подоплека, почему именно с таким вот большим временным лагом. Конечно, есть всегда момент организации, когда до последнего не очень понятно, кто, какие площади, где, есть тут что делить, потому что одним хочется поближе к двери, другим к центральному проходу и так далее. И вот в прошлый раз, в 2012 году, вдруг совершенно откуда ни возьмись, в эту разборку влез АЕБ. Это та самая бессмысленная организация, ассоциация европейского бизнеса в России, которая ведет постоянно учет продаж автомобилей и никогда толком не может понять, сколько же машин в нашей стране продали. И пишут динамику с таким, в общем, очень своеобразным подходом, математически оправданным, но не дающим представления о том, как же истинно чувствует себя тот или иной бренд на нашем рынке. Ну, контора абсолютно бесполезная. С другой стороны, если ее иностранцы сделали и за свой счет содержат, какая разница? Ну, есть такая контора и есть контора. Там очень много немцев, причем таких нормальных, обрусевших, пьющих водку, изучивших лингвистические нюансы бытия в нашей стране. Совершенно шикарные ребята. И вот это АЕБ вдруг решило стать посредником. Они топнули ножкой на своих участников этого клуба и потребовали заключать договора не напрямую с Крокусом, как это было во все времена, а через них. Стоимость услуги 10 тысяч евро. И часть пошла на это, будучи стадными, видимо, баранами. Они решили, что ну, АЕБ, в конце концов, толку от него никакого, а вред может быть, давайте попробуем. И те, кто пошел по этому кривому пути, они потеряли 2 месяца согласований. Потому что АЕБ, как посредник, не очень умелый. АЕБ, в принципе, не очень умелая контора. Но раньше она хотя бы ничему там толком-то не мешала. А теперь начинает мешать конкретным делам. И вот те, кто пошел по пути через АЕБ, то есть через черный ход, они застряли в этом черном ходе. И чтобы подобной вакханалии не было, то Крокус как раз и предложил. Давайте определитесь заранее. То есть, если вы хотите работать через АЕБ, пожалуйста, не проблема. Если у вас там лишние 10 тысяч евро, ну, заплатите вы этому АЕБ. Пусть он уже, сами догадайтесь, какую рифму от АЕБ можно пожелать в качестве синонима слова пусть они уже отстанут. Так вот, просто начните это сейчас с тем, чтобы мы уже понимали, кто, чего, как и где. И очень правильный ход, такой совершенно европейский, тем более, что, повторюсь, денег никто не требует именно сейчас, поскольку понятно, что по бюджетам у всех все эти приготовления идут на будущий год. Это лишний раз говорит о том, насколько молодцы в Крокусе, так вот грамотно выстраивая свою политику с тем, чтобы на самом деле было удобно. И выставка от подобных вещей только выигрывает. Если вот эти двое бьющихся в истерике, Рено и АвтоВАЗ, не приедут в 2014 году на международный автосалон, ну, из этого следует только, что проигравших будет двое, а все остальные только выиграют.
Ну, тут смысловая отбивка такая там. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В Москве 6 баллов. То есть нам есть с кем и о чем пообщаться. Первый у нас сегодня Григорий. Здравствуйте, Григорий. Алло, 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 алло. Алло, здравствуйте, Сергей. Вы дождались. Я, кстати, тоже дождался. Да. Я рад. Хорошо, что у меня служебный телефон, так мне не пришлось платить за это ожидание. Иначе это было бы очень разорительно. Да. Ну, чтобы задать вопрос такому человечищу, в общем, можно потратить. Я не могу встать по стойке смирно, просто не позволяет студия. Но я на всякий случай сделал очень серьезное лицо. Да. Ну, я, собственно, хотел насчет комплиментов по поводу того, что, собственно, я крайне редко езжу на машине по Москве. Вот, но, собственно, когда езжу, всегда стараюсь подгадывать под нашу передачу. Вы себя обрекаете на жуткие пробки, тем самым, Григорий. Да. Ну, что делать? Искусство требует жертв, удовольствие тем более. То есть вы приносите себя в жертву, Григорий? Ну, вот прям, нет, ну не настолько, Сергей. Ну, мужественно, тем не менее. Что? Да, нет, ну, в общем, у меня вопрос-то классический, да, есть у меня одна машинка, хочу другую, понятно. Ну да. Ну вот, езжу я, собственно, на Зафире, Б. Вот. Семейство мое включает жену, троих детей и собаку-кошку. Замечательная вот. Семья. Да, и хочется что-то побольше. Ну, как бы, Зафира все устраивает, хорошая машина. Есть два раздражающих фактора. Один, собственно, это ее дорожный просвет и клиренс. Вот, потому что машина конкретно городская. Да. И, ну, к сожалению, я ее купил с роботом. Ну, поскольку я ее брал бэушную, а как бы попалась не очень удачная машина, и по документам, и по пробегу, и по всему. Ну и как вам этот робот достал уже окончательно, до печенок? Ну, как вам сказать? В общем, я помню вашу передачу на ваш день рождения, когда вы, собственно, сказали, что робот на Зафире — это для Никит, а, как вы слышали, меня зовут немножко по-другому. Да. Вот, поэтому, собственно, понятно мое к нему отношение. Хотя, с другой стороны, спортивный режим весьма радует, там, скажем, на сочинском серпантине вполне себя чувствуешь королем на спорт-режиме. Ну, тем более вы забираетесь так далеко, как на сочинский серпантин. Это достойно уважения. То есть вы теперь в поисках следующего, и вы уже что-то посмотрели или так? Да, я посмотрел, ну, собственно, интересуют, естественно, там, семиместные машины. Семи или более, но при этом, как бы, непонятно, не транспортер, не транзит. Ну да, не электричка. Да. Ну вот, электричка есть, ездит по рельсам, вполне меня устраивает. Привлек мое внимание очень автомобиль, который еще не вышел, как она нашла, называется Самгенг Ставик. Вот, он раньше назывался по-другому, я, к сожалению, у меня в голове вон волнуюсь же все-таки, как бы, с таким человеком разговариваю. Вылетело из головы предыдущее название этой модели, которая, собственно, подверглась осмеянию всего мирового автосообщества. Вот, они сейчас сделали ей рестайлинг, сделали похожий на Land Cruiser. Вы имеете в виду тот самый Родиус многоместный полноприводный, который был долгие годы бессменным лидером в рейтинге самых страшных автомобилей, какие только можно было придумать. Совершенно верно. И сейчас ему сделали а-ля итальянскую физиономию, уже впервые опробованную на пикапе Акцион Спорт, где все-таки сильно преобразилось в лучшую сторону выражение лица у машины. И теперь вот эту же маску они одели на тот прежний достаточно удобный кузов. Санговый Йонг, мы не знаем, по какой цене он к нам придет. Если он будет вот в тех же ценовых прибычках, какие нам прививает представительство, это будет доступно, потому что они молодцы, все-таки не зажрались еще. И он будет в том числе полноприводный. Да, он будет полноприводный. Я, собственно, связывался с дилером этот, SY Motors. У них сайт. Вот, они мне обещали в конце мая, что у них начнутся продажи, потом в конце июня, но, в общем, пока как бы продажи так и не начались. Да нету этой машины еще. Ее только сейчас показали по весне в Женеве, причем в качестве такого очень предварительного концепта, хотя по Корее она уже ездит, но к нам она приедет еще не скоро, а тем более, понимаете, какая штука? На нее спрос состоит из одного Григория на всю страну.
Потому что всех остальных распугало настолько сильно, что люди в страшной икоте ушли за валидолом и с тех пор не вернулись. Не, ну картинки приятные очень. Я видел эту машину. Ну, картинка картинки рознь. В натуре она смотрится неплохо. У нее огромный плюс в том, что она по размеру с наш пазик. То есть, если что, в голодную годину вы сможете зарабатывать, отбивая, ну, например, у газелей хлеб. Во всем остальном у нее есть полный привод, у нее есть монопривод, у нее что-то там под капотом. Пока еще для нас непонятно, что, потому что корейская комплектация всегда лучше, чем наша. И у нее, ну, в общем-то, 7 таких неплохих мест. Из них 5 точно неплохих. И сам по себе агрегат, если бы он был только уродлив, то у него все равно были бы поклонники, потому что не все женятся на манекенщицах. Некоторые выбирают прагматизмом. Но у него, кроме пугающей внешности, было еще 2 ведра нюансов, и в целом это чуть не похоронило, ну, модель-то похоронила. Но в складчину именно это и сыграло злую и неприятную роль в судьбе фирмы Сангвы Йонг. А что за нюансы? Этих нюансов хватало очень много, а на нашем рынке эти нюансы, они выливались еще в то, что поскольку машина была всего одна в представительстве в пресс-парке, и больше не было, то вторая, которую нечаянно кто-то себе купил, она осталась без запчастей. Потому что кто же будет на складе омертвлять капитал в виде всяких тормозных колодок, сцепления и прочего на машину, которая в одном экземпляре приедет тебе через 20 лет, а может не приедет вообще. И получилось, что техническая поддержка, ну, не особо состоятельная. А у всех корейцев, у них же есть несколько нюансов, связанных с тем, что это маленькая страна, и у них поставщики комплектующих, вот есть несколько заводов таких, которые делают все для всех. Вот сиденья делает одна фабрика, она делает их на всех. Резинотехнические изделия, одна фабрика, она делает их на всех. Трубы гнут, тоже одна фабрика делает их на всех. Вот, например, у всех корейцев в обязательном порядке втулки стоек стабилизатора накрываются в диапазоне от 5 до 15 тысяч. И туда еще прогресс не пришел. И у этого самого несчастного Родиуса у него было то же самое. И вот так вот по нюансам, когда это все набиралось, выяснилось, что стоит дорого, а едет плохо. Перерыв на новости. Пробки по Москве прежние. Собянин выиграл уже выборы, поэтому беспокоиться по этому поводу смысла нет. Алексей у нас на связи. Здравствуйте. Ваше самое автомобильное имя в нашей программе. Здравствуйте, Сергей. Я рад вас слышать. Аналогично. Хотел бы по поводу машинок вопрос задать. Я сейчас езжу на двух огромных сараях по Москве. Ух. Это Skoda Superb и Subaru Outback. Как, однако, великолепно ваша жизнь выглядит, Алексей. Это же просто здорово. Мне тоже нравится, но вот сейчас возникли некоторые трудности. Аутбека приходится продать и купить что-нибудь попроще. А Аутбек чего отвалился, если не секрет? У Аутбека отвалилась дискомуфта. Он стоял 2 месяца у официалов, видимо, специально обученный... Курьер нес ее из Японии на руках, причем по дороге где-то, скорее всего, сломал ногу. Да, да, это... Знаете, как японцы запчасти поставляют? Они грузят это в корабль, а поскольку Subaru фирма небольшая, то им не хватает денег на фрахт целого корабля, поэтому они и кладут его дополнительным грузом куда-нибудь еще. У меня приятель ждал крыло на свою Legacy в течение, по-моему, 1.5 лет, потому что у него крыло уплыло сначала в Африку, потом в Америку, потом в Финляндию, а потом по железной дороге приехал к нему. Он машину успел продать. Так. Ну, вот примерно та же ситуация. И сейчас я его продаю и хочу, понравилась мне фирма Skoda, взять немножко поезженную Октавию. Так. Так вот, вопрос такой. Рассматриваю сейчас выбор между Октавией, которая Тур, с движком 1.8, на механике, но на полном приводе. Либо новый кузов и без полного привода. Как вы считаете, что все-таки лучше будет? Вы новый... Полный привод люблю. Вы новую Октавию уже посмотрели? Нет, я не говорю за последний кузов, который только вышел. А, то есть вы выбираете между товарными остатками того, что у нас есть в калужской сборке нулевое, или то, что на рынке вы найдете 4x4, но скорее даже не Тур, а Скаут? Нет, скорее все-таки Тур, Скауты дороговаты. Они там тоже были на полном приводе, но вот какой там полный привод, я не знаю, хотел уточнить у вас. Там чисто тот же самый Халдекс 4-го поколения.
Там как раз вискомуфта стоит. То есть она переднеприводная, а зад у него, если что, вовремя подключается и вежливо улыбается. Но штука нормальная. Я на этой штуке от Улан-Удэ до Владивостока доехал по путинскому бездорожью. То есть Путин-то дорогу открыл, только дороги не было. Там был Camel Trophy, и нормально. Никаких претензий ни к вискомуфте, ни к полному приводу. И тут проблема только в одном. Вы выходите на рынок к незнакомым людям с пиратскими улыбками во все лицо, и они вам объясняют о том, что именно для вас сохранили в целости и сохранности вот эту замечательную машину, и поэтому ее сдают, ну, потому что, Алексей, не могут они устоять перед вами. То есть, вот, спрашивается, они в ней чего убили такого, что продают машину, в принципе, не нуждающуюся во вторых руках, потому что «Октавию» просто так не продают. «Октавия» — это не та машина, которая, что называется, надоела, и с пробегом там в 30-40-50 тысяч ее сдали. С пробегом в 250 — верю. В 350 — верю. С пробегом до 100 в «Октавию» — не поверю никогда. Какой обман? Что у нее? А по конструкции, вот, в принципе, 1.8 4x4 — сказочная машина. Просто великолепная. Если найдете не сильно траченную молью с не очень кривыми документами и с более-менее адекватно скрученным спидометром, ну, это будет очень интересный выбор. Хотя, все-таки интересно, зачем нам две машины? Вы же, как говорил граф Калиостро, на двух лошадях седалища не хватит. Да у меня жена есть. Кто у вас есть? Жена. Ух ты. Которая тоже ездит на машине, и приходится их как-то делить. А жена чего дает предпочтение? Супербу или Аутбеку? Алексей. Ну, когда как, Сергей? Вы знаете, по большому счету Суперб-то нужен был больше для выездов таких куда-нибудь подальше. На то же Черноморское побережье, например, или на охоту куда-нибудь, Пятиверея. На Супербе, на охоту? Он вас... Вру. Аутбек. Я их сам уже немного путаю. Я так понимаю, у вас на заднем плане идет семейная разборка с попыткой вырвать у вас от уха телефон и пообщаться напрямую. А мы сидим как раз в том самом аутбеке и разговариваем по громкой связи. Ну, понятно, там под шумные аплодисменты собравшихся. Итого, получается, что вы хотите полноприводную машину во что бы то ни стало, потому что Outback все-таки приучил вас к некой вседорожности, и тогда, тем более, зачем вам искать любой другой аппарат, ищите именно Octavia полноприводную, но, скорее всего, это будет Scout. Ну, дальше уже зависит от того, какой кошелек. Но, знаете, какая штука, причины продавать Octavia нету никакой. Сергей, а еще один вопрос, можно? Да. Вот почему к нам не везут Супербы? То есть у нас есть дизель только 140-сильный, между тем, как в той же самой Белоруссии, например, есть 140 и 170, если я не ошибаюсь. И в той же самой Белоруссии они есть полноприводные, на том же самом дизеле, который 170 лошадей. А у нас сейчас у Суперба тоже с этого года расширили гамму. Он, раньше же у нас он полноприводный был только под 3.6 V-образный. А теперь у нас полноприводный есть в любом сочетании. Он есть и на 1.8, и на дизеле. А другое дело, что, может быть, и не везут. Но они сертифицированы, и под заказ вам его пригонят. Как раз был официальный пресс-релиз о том, что с этого года Супербы любые, какие хотите. А тем более сейчас они рестайлинговые, то есть немножечко с измененной внешностью. И к тому моменту, когда ваш уже дозреет, то тут-то вы себе и замечательный полноприводный Суперб возьмете не по цене квартиры, а по нормальной, адекватной цене. Спасибо, Сергей. Какая приятная семья. Руслан. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Давно вас слушаю, еще начал слушать по другой волне. Руслан, сколько ж нам с вами лет? Мне 32. Ну, значит, вы в песочнице меня не слышали. Смотрите, у меня два вопроса. Мы хотим купить... автомобиль, рассматриваем Саньонг пикап, вот этот спорт, который да. в промежутке годов 2008-2010 пробег 80-100 тысяч. То есть вы себя уговариваете, Руслан, как и большинство людей на вторичном рынке, что бывают машины с пробегом 80 тысяч, особенно пикап. Я уговариваю. То есть вы хотите в это поверить. Вот сам по себе пикап Акцион Спорт – это машина очень такого скряжестого хозяина. То есть, с одной стороны, все-таки пикап, а с другой стороны, не пижонский. Это же не какой-нибудь там Ford или Nissan, тем более не Volkswagen. Это машина, ну, в том числе и для того, чтобы по хозяйству.
То есть, по большому счету, эта машина жлоба. Вот найдите себе объяснение, Руслан, почему жлоб продает машину с пробегом 80 тысяч. Да он удавится и не продаст ее за 80, с пробегом 80 тысяч. Он ее не продаст и 150, если в ней нету косяков. А поскольку сам по себе агрегат не самый долгоиграющий, то у него, скорее всего, полезла масса всяких неприятностей. И потом, значит, одно из двух. Либо машина сильно паленая, и у нее сейчас вот-вот развалится все в ваших руках, либо у нее скрученный спидометр. Не будет у вас новенькой, хорошенькой, честной машинки, дождавшейся под пятой другого человека с рубежом 80 тысяч километров в ожидании Руслана. Не будет. А вообще вот про эту машину, если там будет 100 тысяч хотя бы пробег, стоит купить? Все те, кого я знал на этой машине, они ее продали до 50 тысяч. Потому еще что, второй вопрос. Потому что задолбало, это... да? Понятно. Руслан, еще второй вопрос. Это вот каньон был для нас, для брата. Мечтой. А я вот хочу, сейчас катаюсь на Nissan Sienna. Так. Хочу поменять, уже скоро 3 года. И поменять хочу на какую-нибудь высокую машину. Скажем, типа Pajero 4. Ну и что вас сдерживает, кроме отсутствия денег? Я хочу узнать, есть выбор между Pajero и Land Cruiser 200? Странный выбор. Там... Вы, простите, их с помойки берете или из магазина? Нет, это... Нулевая. Нулевая машина. То есть вы идете в магазин и берете Pajero 4 либо Land Cruiser 200, при том, что ценник у них как раз в еще... Ценник у них вот как раз, да. Вот я хотел узнать, вообще стоит ли взять 200 с таким большим ценником, либо довольствоваться Pajero. Но вы же ни на той, ни на другой машине не поедете за город и не будете прикидываться крестьянином. Вы будете жить в городе. Да. И вам полный привод нужен. Во-первых, вам машина нужна для статуса, потому что вы уже переросли статус Тианы, и вам нужно показать определенную социальность и состоятельность. И Pajero для этого подойдет меньше, потому что Land Cruiser 200 это автомобиль, который полностью определяет, вы достигли того, чего хотели. А Pajero, он вас позиционирует как человека, который пока еще достиг не всего. По крайней мере, на 200-ку у него точно не хватило. 200-ка, да, это, конечно, грузовик, он сделан для того, чтобы на нем ездить и вне дорог, но в городе он помещается, рулить на нем можно, и самое главное, он снимает все вопросы перед родственниками, перед друзьями и перед партнерами по бизнесу. Вы предъявили Land Cruiser 200, они глянули на вашу Омегу или на Патек Филипп, и все понятно, и никаких вопросов. Поэтому для статуса, да, для прагматика, ну, да, Pajero 4, но Pajero 4 требует оправдываться. А 200-й крузак не требует. Ах, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за передачу. Спасибо вам. С отцом всегда слушаем, очень нравится, много лет уже слушаем. Выбираю автомобиль с автоматической коробкой передач. Уже как-то пробки и захотелось правильно. Комфорта. Конечно, конечно. И не надо слушать разговоры людей, которые говорят, что мужик ездит на механике. Нет, ничего подобного. Мужик давно ездит на автомате. И автомат да. с собой возит. У отца Kia Ceed, он очень доволен на автомате. Правильно. Универсал. А я вот смотрю, выбор пал на Шкоду Фабия, комби. Mm-hmm. Либо Nissan Note. Вот что вот из этих двух моделей. А по деньгам получается, ведь Фабия, она такая девочка-простушечка, платочек повязала, лопаточки одела, улыбнулась, а потом вы добавили к ней автомат, добавили ей кузов комби, и вдруг выяснилось, что она стоит как взрослая. Да, 730 тысяч где-то она получает. У меня отец за эти деньги Сит 2 года назад брал в топовый комплектант. Да, да. А ноут в этом отношении будет дешевле. Ну, дешевле, но я вот вчера ездил смотреть ноут, до этого смотрел Фабия, а вчера ноут посмотрел. Пластик-то там попроще, то есть салончик более такой Фабии поприятнее. Фабия поэргономичнее, Фабия поинтересней, а ноут поудобнее. Ноут это большая галоша, в которую вы засунули всю семью, если она у вас есть. Вы будете в одиночку ездить или как? Я с мамой на дачу. С мамой на даче. То есть у вас не актуально, что там сзади едет и как оно себя чувствует? Ну, пока нет. 21 год мне.
Ну, может быть, в будущем. Так, Виталий, я собираюсь брать машину на много лет. А зачем вам... Простите, что перебиваю. А зачем вам комби? Почему вам не подойдет просто Фаби? А калужская сборка? Ну, минуточку, а просто хэтчбэк? Она же калужской сборки. Так, и что? Вот смущает то, что там, мне кажется, нарекания на нее были. А, то есть вы пытаетесь взять такую комплектацию, которая вас убережет от калужской сборки? Да. И так, и то есть вы готовы в этом... Ну и багажничек побольше в комби, естественно. Я сейчас езжу на Renault Symbol. Да, это понятно. То есть привычка... отдал, и багажник очень радует иногда. Вот в магазин съездить, полный багажник набить. Угу. Знаете, если вы маме предоставите возможность распоряжаться багажным пространством вашей машины, вам придется через какое-то время купить прицеп и еще багажник на крышу. Потому что женщина освоит любое пространство. Да, ну согласен. Значит, поскольку вам 21 год, Фабия вам по характеру подойдет больше. С этой машиной вам будет интересней. Ноут – это когда вы уже обзаведетесь с женой, ребенком, излишним весом и тягой к телевизору. Понятно. Пока... Да, посмотрел, ноут повыше, она такая, более... Ноут для других людей. Ноут пока вам просто ни к чему. А Фаби это интересно. Перерыв на новости. Москва стоит, мы общаемся. 65-10-996 – это телефон. На сайт пришел вопрос от Дмитрия. Можете ли вы прокомментировать Fiat Fremont? Очевидно, что это Dodge Journey в минимальной комплектации. От того, что он стал Fiat'ом, он стал лучше или хуже? Однозначного ответа нет, потому что одна из самых серьезных претензий к Джорнику – это его мотор. Мотор теоретически хорош, по факту сборки имеет массу косяков. Хотя, конечно, лечится, но неприятно. И все зависит от того, как будет чувствовать себя двигатель, а на Фиате там совершенно другой двигатель стоит. Если его ресурс позволяет проехать больше 5000 километров без капитального ремонта, значит, да, Фиат стал лучше от этого. Если Фиат будет вести себя так же, как Додж, и там 3000 километров, 5000 километров, после этого компримон двигателя, ну, пожалуй, увы, чудо не произошло. Владимир у нас на линии. Здравствуйте, это вы. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что дождались. Радиослушатели, да, вам спасибо за передачу. Я бы хотел больше теоретический вопрос. Я сейчас езжу на Mazda 3 Sport 2010 года. Вот, кончилась гарантия. Но, насколько я помню, ваша позиция, если машина устраивает, то и зачем ее менять? Ну, и, в принципе, пока не собираюсь. Ну, поэтому вопрос теоретический. А куда посмотреть, если менять? А никуда. Владимир, вы оказались в западне, потому что у вас очень хорошая машина по управляемости. Вы привыкли к тому, что автомобиль послушен, автомобиль едет. Вот вы подумали, вам надо бы туда, а он это взял и исполнил, и сделал это четко. И то, как Mazda 3 и, кстати, Mazda 6 умеют следовать за волей хозяина, вот таких машин все меньше и меньше. И к тому моменту, когда вы подойдете уже к необходимости менять транспортное средство, выяснится, что рынок и земной шар деградировали до такой степени, что выбрать-то толком уже и не из чего. У вас автомобиль один из последних, где инженеры работали над отточенной управляемостью. А сейчас самое важное – это мультимедийный дисплей, побольше кнопочек, и чтобы эти люди могли выйти в интернет. Едет оно при этом или не едет, никого не волнует. А Мазду в момент создания трешки, казалось бы, причем на платформе Форда Фокуса, очень волновало то, как это едет. И вы оказались в этой ситуации заложником, потому что вы привыкли к хорошей езде. И причем у вас же машина, причем она же и по динамике вас устраивает. И у нее тормоза отлично работают. Вот чуткость тормозов и умение дозировать замедление, оно по адекватности тоже одно из эталонных. И у вас будет беда. Вы в какой-то момент продадите машину, потом в качестве рекомендации, которой не обязательно следовать, нужно будет уйти в запой с горя. Потом какое-то время походить пешком, повздыхать, помучиться, поездить на собянинских автобусах без кондиционера, поездить в метро, которое самое хорошее в Москве, потом где-нибудь потолкаться. Потом без капризов. А потом уже, ой, как... и вы будете счастливы за рулем любой другой машины. Хотя она будет заведомо хуже, чем то, что у вас есть. Либо, знаете, там, ну, какой-нибудь там Галарда, Мурсилага. Вот эти ребята тоже хорошо держат дорогу. Ну, это немножечко не по карману. Ну, да, я тоже пока, знаете, как-то вот не куплю себе. Но они молодцы. Из бюджетников машин, которые вот так классно сделаны с душой,
Их очень мало, но как это ни парадоксально, последними, кто за эту соломинку держится, это французы из Peugeot. И вот они сейчас, когда сделали себе 508-ю, они сказали, ну да, поскольку все люди в основном идиоты, а идиотам важна обивочка, там, шумоизоляция, музычка, ну мы вам сделаем простенькую подвесочку, хотя тоже она непростая и настроенная. А для нормальных людей они оставили 508-ю ГТ, она с дизелем 2,2, и у нее спереди стоит двухрычажка. А вот это как раз та самая двухрычажка, которая, кстати, на Мазде 6 стояла. На Мазде 3 этого нет, но это последние проблески истинной управляемости. Вы на 508, неважно с каким остальным оснащением, главное, чтобы вот была именно комплектация ГТ 2,2. Вот именно на ней, когда вы намучаетесь в новом городе имени нашего замечательного мэра и в его общественном транспорте, и сядете за руль 508, вы скажете, что же я пил-то, нужно было сразу. Без паузы. Спасибо. Тем более, кстати, класс машины вы поднимете, потому что Mazda 3, потом Peugeot 508, это уже переход на другую ступеньку. Здравствуйте, я подозреваю, что вы тоже Сергей. Совершенно верно. Рад вас снова слышать. Здрасте. Сергей, мы общались с вами где-то месяц назад по поводу Дастера, но вот я стал счастливым обладателем. Сколько вы его ждали? Сергей, сколько вы ждали Дастера своего? Ну, где-то с полгода. Вот, фирма Рено, она любит, когда ее ждут. А сколько допов вы переплатили? На какую сумму у вас? Ничего. То есть просто ждали? Да, да, да. Я взял то, что мне нужно только лишь. То есть проявили волю? Да, совершенно верно. Вам за это спасибо. Вы все-таки не дали фирме Рено и дилерам фирмы Рено поглумиться над вами. Ну да, постарался. Но у меня сейчас возник вопрос по поводу зимней резины, Сергей. Я знаю, что вы уважаете Гудрич. Вот есть такая Винтер Слалом, но не тяжеловато ли она будет для Дастера? У меня стоит выбор между вот Гудричем и корейская, в принципе, тоже неплохая резина, но понежнее, помягче. А вы будете, Сергей, простите, что перебиваю, вы какие задачи на зиму видите перед собой, перед машиной? Чисто безопасная езда семьи. Тогда драйв не предвидится. Тогда вам не нужен никакой тяжелый Гудрич, вам не нужен никакой кореец, никакая корейская резина. Вам нужно уходить в европейскую линейку и за основу посмотрите, что на тот момент вам предложит фирма «Континенталь». Причем не бойтесь взять шипованный «Континенталь», хотя многие вам будут говорить, что в городе на шипах, на чистом асфальте это ни к чему, но обратите внимание, что из года в год зимняя резина фирмы «Континенталь» имеет самый короткий тормозной и остановочный путь на шипованной резине на чистом асфальте. Немцы работают специально над тем, чтобы у вас была степень безопасности в пятне контакта у шипованной резины, такой же, как у нешипованной. И в этом отношении они молодцы. У них это может называться по-разному. Там есть много разных параметров и много разных линеек модельных. Но возьмите за точку отсчета «Континенталь». Дешевой она, конечно, не получится. Но в результате вы приобретете резину, у которой даже шипы у вас вылетать начнут где-то, наверное, ну не в первый сезон, это точно. Вот из моего опыта, сколько я наблюдаю за «Континенталями», у них начинается какое-то выпадение шипов там году, наверное, на третьем, на четвертом. Еще очень хорошая шипованная мишленовская резина. Она мягкая, но при этом она очень работоспособная. И вот посмотрите на них. Поэтому, если вы вот к этому вопросу глубоко подойдете, то точка отсчета – это «Континенталь», а дальше второе место делят «Нокиан» и «Мишлен». Если по какой-то причине, ну, там, душа не легла, или кошелек не позволил, ну, или еще какие-то обстоятельства, или, в конце концов, ну, ну вот не хотите вы немца. Посмотрите тогда либо Nokian Hakkapeliitta, например, седьмую, одна из лучших резин на сегодняшний день, и в том числе на кроссоверы она ставится, либо то, что предложит Мишлен. Это будет лучше, чем если вы возьмете нормальную джиперскую резину, тяжелую, рассчитанную на суровое бездорожье. Гудрич вам все-таки скорее через какое-то время заставит шуметь ступичные подшипники, гул пойдет. Просто ни к чему это. Тем более у вас... Ну, я вот тоже этого опасаюсь из своего, да? Какой-то... И машина-то у вас легковая, она у вас повышенной проходимости, она у вас может проехать там, где не каждый макар с телятами, но, тем не менее, перегружать ее вот этой аксессуарикой джиперской ни к чему. А по зубастости... Да-да, я... То есть вы абсолютно правы, посмотрите вот эту вот хорошую, нормальную легковую резину. Ася, вы ли это?
Это я, да. Добрый день, Сергей. Здрасте. Вот такой вопрос. В данный момент у нас в семье Mercedes GLK 2010 года. Машина в целом устраивает и по динамике, и по расходу. Прекрасный двигатель дизельный и достаточно резвый, при этом 170 лошадей. Вот, но в связи с переездом за город и на постоянное место жительства, там, скажем, вот стал вопрос о покупке более вместительного и проходимого внедорожника. В связи с этим возник вопрос, что могло бы составить конкуренцию нашему ГЛК. Смотрели и на Mercedes ML, и на Toyota Land Cruiser Prado, и, как ни странно, понравился Ford Explorer новый. Но смещает подборка в России. Да, вы правы. И цена на него. Ну, цена на самом деле сбалансированная на Ford, но смещает, по-моему, сейчас большие очереди на него. Вот. Эти очереди скоро, они разбегутся, эти очереди. Ась, ну, вообще замечательная ситуация, когда вы, наконец-то, загородную недвижимость приобрели. Это великолепно. А за рулем-то кто будет, вы или он? Я буду за рулем, да. То есть это сейчас за рулем ГЛК. Угу. То есть это машина для вас. У вас ГЛК на самом деле машина замечательная. Она настолько замечательная, что переплюнуть ее довольно тяжело. И вряд ли вы сильно увеличились в размерах. Вы как были барышней изящной, так, в общем, вам в ней и по-прежнему хорошо, не жмет. И вы хотите вот этот вот элегантный автомобиль поменять, например, на грузовик заднеприводный под названием Toyota Prado. Prado — это машина для настоящих мужчин. Она очень любит ездить на заднем приводе. В какой-то момент она подключает передний. У нее есть несколько минусов. Она не стоит на дороге, она не умеет тормозить, она плохо рулится. Если вы к этому готовы, то вот на 150-й Праде вы поедете, у вас через какое-то время в фигуре появится такое присутствие легкого весла, знаете, такая женщина с веслом, потому что эту хрень нужно как-то держать в узде. Ford Explorer — это легковая машина, большая и красивая, собранная у нас в самом замечательном месте, где живут самые профессиональные, качественные рабочие. Я тоже пока не рисковал бы. А вот ML-ка, это было бы логично, потому что вы после ГЛК пересаживаетесь в привычную форму, только классом выше. До завтра.